почему-то не поняла. То ли я хотела кому-то что-то показать, то ли что-то пошло не так. С учетом того, что я вообще не тренируюсь. Это просто написали, что я в суперформе. И как бы мне уже дартс неинтересно, если честно. Мне все всегда ассоциируют с дартсом, но это для меня уже прошлое, на самом деле. Я просто приехала, потому что Алексей Кадочников ехал. И у меня подруга приехала, и тренера приехал, поэтому так бы я вообще не собиралась. И дротики я сложила в последний момент у себя в сумку. Я не хочу сказать, что мне повезло, но я рада была, что я прошла на финальную часть. Но финальная часть все показала. И после, как бы, у нас прошел бан. И после этого, когда я вообще не поняла, когда я занималась этим всю жизнь, меня просто выгнали ни за что, ни про что. Это как бы непонятно. Меня это очень, ну, подкосило, скажем так. И я поняла, что надо что-то делать помимо дартс. Дартс для меня сейчас так, развлечение, поэтому мне было смешно на сцене, мне было весело. Я не хочу ничего. Девушка молодец, выиграла, показала хорошую игру, но, ну, как-то так. Меня до сих пор все это трясет после игры, как во время игры. Я очень счастлива, я очень рада, я не ожидала, что я выиграю, честно. Я ожидала, что выиграю там один лэк, максимум два, но никак не всю игру. Это я вообще не думала, что я дойду до финала, до протура. Я думаю, там, может, максимум через год, через два. А тут я сыграла хорошо. Вышла в финал и сыграла с самой Добромысловой, что я очень считаю, что я сделала свою небольшую цель уже. Слушай, ну кайф. Я вернулся на сцену, и это просто, ну, такое обалденное чувство. Вот нравится мне просто, да, находиться в свете прожекторов. Музыка, вообще кайфы. Просто кайфовал. Играл в удовольствие. В последнее время все больше начинаю склоняться к тому, что кроме своего личного проявления мастерства в игре, очень немало влияет удача или наоборот неудача. То есть иногда бывают такие, особенно последний протур показывают, когда вылетают все за одним топовые игроки, но это просто какая-то черная полоса, как не иначе, по-другому, ну как можно, ладно, один, два, но когда такой массовый звездопад, и тут надо ловить удачу за хвост, ребят, вот прямо сейчас. И все, удалось мне обыграть Максима Алдошина, который два этого протура подряд просто космически выносил всех налево и направо. И тут он мне попадается, ну да, думаю, либо сейчас, либо никогда, когда еще возвращаться. Тем более я стал работать над возвращением своей старой техники, вот потихонечку приносит свои плоды. Пока еще не так стабильно, как хотелось бы, но вот уже первое появление на сцене говорит о том, что все-таки, да, пока что правильной дорогой иду. Ну что, не первый раз, в общем-то, уже можно привыкнуть, но как-то никак не могу заставить какой-то в мозгу барьер, не могу заставить себя взять дротик поближе к игле, за иглу. На тренировках я уже это делаю свободно, спокойно, попадаю все, что хочу, а тут беру глубоко, естественно, не добрасываю. А так все хорошо, зрители доброжелательные, зал веселый, атмосфера хорошая. Печалька, конечно, печалька, настроен. Можно было делать, но где-то что-то не задалось. Сыграл не свою игру, я собой недоволен. Ну, сегодня сделал работу над ошибками. Дальше буду, думаю, играть лучше. А ситуация, вот эта заминка судейская, как-то повлияла на тебя? Я не могу сказать, повлияла она или нет. Больше все-таки, я думаю, что из-за того, что опыта нет, игры на сцене, я... Было слишком, у меня много адреналина и слишком быстро кидал, много своих ошибок было. Чтобы еще на чужие отвлекаться. Да. В своей игре я какие-то моменты не использовал, как-то не хватило мне психологического настроя, скорее всего. Не знаю, вот что-то как-то сыграл я, наверное, не против мишени, а вот против имени, наверное, скорее всего, поэтому... В каких-то моментах что-то не получалось. Хотелось показать игру, но ее не показал. Услышал группу поддержки. Все было круто. Но если у Изотовой летит дабл, это все. Я вижу, что он первым-вторым закрывает.
Он в этом плане молодец. Я за красивый дартс. Впечатление в первую очередь на сцене играть сложно. Психологически, морально выходить. То есть на всю Россию, на всю страну. В самой игре не сложно, по сути. Как бы, ну, стараюсь играть свою игру. Да, где-то чуть-чуть там даблы подседают, где-то набором подсел, да. Ну, может, уже усталость. Сейчас сколько время? Уже первый час ночи, да? У меня это уже третий час ночи. Организм уже спит. А я еще играю. Сложно. Да, надо перестраиваться, настраиваться. Ну, результатом доволен. Двухнедельной подготовкой перед этими соревнованиями. Тоже доволен? Ну, я доволен. Доволен своим результатом. Все хорошо у меня. Соперники для меня очень тяжелые. Я играл на максимуме с каждым. Не было такого, что кто-то проходящий. Как только я думал, что человек легкий, он сразу меня обыгрывал. Я заканчивал выступление. Для меня это не новое. Я с ними всеми играл, поэтому я знаю, как они бросают. Знал статистику. Знал, что могут меня легко победить. Чуть-чуть им не повезло, а мне больше повезло. Когда у нас откроются границы, я буду стремиться на международные турниры. Конечно, с Россией тоже проводят их, но, например, не со всей страны приезжают, там только наши российские, но, может быть, кто-нибудь там из Беларуси, как, например, на протур. А я, например, хочу уехать, чтобы со всего мира сыграть с разными спортсменами, поздороваться с ними, познакомиться, потому что это будет намного, я считаю, большой опыт для меня и огромный опыт в мое мастерство и дальше продолжение моих игр. Научиться попадать туда, куда хочется попадать. И, соответственно, если добиваешься этой цели, добиваешься дальнейшей цели выигрывать все и всех. Слушай, ну сейчас в дартс России очень хорошие призовые, поэтому выиграть как можно больше, заработать как можно больше. Простая цель. Я думаю, что все эту цель преследуют, и никто, я думаю, не будет лукавить. Ну, кто-то может там что-то придумать, соврать, но я думаю, что все равно цель у всех – заработать денег. Цель – набор 90 хотя бы. Все. Приезжать на турниры и выигрывать их. Я приезжаю на турниры расслабиться, поиграть со всеми, пообщаться. Вот я приезжаю за атмосферой, потому что какая атмосфера на турнирах, такой, ну, я нигде не видела атмосферы хорошей. Наладить свою игру до такой степени и поднять ее на такой уровень, чтобы куда бы ты ни приехал, ну, как минимум ты доберешься там в стадии полуфинала, финала, как минимум. Вот сейчас я такую себе цель, даже не конкретный турнир выиграть, а именно свою технику и средний набор поднять до такого уровня. Тренировать, чтобы все-таки независимо от того, в каком месте находишься, играть как на тренировке. Помогать развитию дартса России. Вот это самое главное, скажем так. Повысить свой уровень игры, чтобы была какая-то стабильность, уверенность. Никого не бояться, играть с сильными соперниками, непобедимых нет. Совершенствоваться, играть лучше. То есть я себе в начале года поставил цель как можно ближе приблизиться к стабильной игре, 90 плюс, там 100 набора. Ну, пока не совсем получается, но я думаю, что, может, на следующий год будет лучше. Войти в четверку, наверное, лучших дартсменов России. Хотя бы стабильно играть средний набор 90-95. Цель вот такая. Наверное, сыграть за 9 на телевизионной мишени. Ну и, наверное, какой-то научный вклад внести в дарт, чтобы развивалось еще активнее, чем есть. Чтобы покорять себя, покорять свои вершины, пытаться доказать себе, что ты лучше, и быть спокойным человеком, пытаться, по крайней мере. Уделять очень много сил и энергии на тренировки. Может быть, где-то, плохое слово, забивать, но так и есть, забивать на что-то остальное для тренировок, чтобы были тренировки, тренировки, тренировки. Кидать дротики. Значит, путешествовать. Играть в любых условиях. Это быть очень как бы стрессоустойчивым и нацеленным на победу человека. Играть в дартс, несмотря ни на что. Всегда быть готовым, что ли, куда-то ехать. Особенно, если ты живешь не в столице. Значит, жить дартсом. Ну, наверное, не быть дротистом. И по итогу влюбиться в дартс и ждать взаимности от него. Любить эту игру, иначе зачем это все? Быть примером. Быть примером для своих регионов. Значит, быть терминатором в дартс. Значит, не быть кем-то другим. Тотем? Да.
леса. Честно, я никогда про это не задумывалась особо совсем. Но я могу сказать только одно. У меня есть только плюшевый мишка, который я купила в Ижевске 2 года назад на соревнованиях. И он до сих пор со мной везде ездит на соревнования. Я считаю, как талисман. Наверное, собака. Собака такая вот, ну, как Рокс у меня. Он вот и вроде ласковый, а вроде и за может укусить. Ну, в последнее время, если взять там период до ближайших 2 недель, наверное, это был ленивец. Уже я лежал на диване и не тренировался. Сейчас мы превращаемся из ленивца в гепарда и начинаем бежать тренироваться. Поэтому я думаю, что мы близки к гепарду уже. Ну, медведь, конечно. Хомячок? Хомячок. Но большой. Но большой, да. Мы сегодня с Настей проходили как раз-таки тест. Так, чисто в интернете, да, чисто ради интереса. На тотемное животное. Да. Вот, мое тотемное животное – это ягуар. У меня тигр. Но я себя ощущаю как, ну, львица просто. У нас есть просто прикол такой небольшой. И еще плюсом то, что я родилась в августе, типа у меня знак зодиака лев. Поэтому вот, ну, я чувствую себя… Это лев, это тигр. Да. У меня тотемное – это тигр. Но при этом я себя по жизни кроликом ощущаю. Я постоянно, я всего боюсь, просто меня всего дергает. Какой тигр. Наверное, кто-то усатый, да? Судя по усам. Слушай, сложно даже сказать, ты меня прям в тупик поставил. А давай вопрос подписчикам. Ребят, как вы думаете, какое животное больше всего бы подошло под мой этот типаж? Он спит, наверное. Может, когда-нибудь проснется, и мы узнаем, что это за зверь. А пока он спит, и непонятно. Я бы какой-нибудь птицей Феникс назвал бы себе тотемом. Вот так. Ну, наверное, логично сейчас будет думать, что это росомаха. Ну, тем более росомаха – это сильный зверь. Поговаривают, что даже его боится и медведь. Не знаю, но я в гугле тест прошел. Оказывается, у меня тотемный зверь – это волк. Вечно голодный, вечно какой-то заряженный вот волк. Это лев. Зверь, который типа спокоен, но в нужный момент он загрызет любого. Внутреннего зверя нет у него. Это терминатор, опять же. Многих животных еще не открыли. Многих животных как-то клонируют, выращивают, таких там пекинес там, и всякие такие животные. Я думаю, какой-то я, ну, Франкенштейн, не знаю, животное такое собранное или еще не открытое животное. Легендарное, мифическое. Да, мифическое. Такое, которое раньше было, а сейчас уже их не существует. И вот их дух, наверное, хочет во мне оказаться, но... Это сложно. Какой суперспособность у тебя хотелось обладать? Я хочу проснуться с утра, чтобы мне ничего не болело. Я уже старая. Никогда не уставать и не хотеть спать или, наоборот, продлевать время. Потому что я сейчас нахожусь в 10 классе. Я учусь в очень хорошем, престижном лицее математики и информатики. Меня уже идет подготовка к ЕГЭ на все. И тренировки я попросту не успеваю не все успеть и подготовиться, потренироваться. Я очень боюсь высоты. Наверное, из-за этого я хотел бы летать. Прям вот... Дабл закрывать, пожалуйста, дайте мне такую способность, ну просто, пожалуйста. Все просто, попадай с первым дротиком. Я бы хотела быть эластикой. Это из суперсемейки, играешь в дартс, да, допустим, какой-нибудь ответственный, важный матч. Засовываешь 9 дротиков и выигрываешь. Суперспособность называется самая высокая стрессоустойчивость. Чтобы вот ни при каких обстоятельствах тебя вообще не задевало. Вот ты просто находишься в клетке с мишенью, ты подходишь и 40 часов в нее кидаешь. Не промазывать в даблы все-таки. Не спать, и чтобы мне за это ничего не было. А ты тот человек, которому 24 часов в сутках не хватает? Не хватает абсолютно. Вставать с утра, и чтобы ничего не болело. Ну, наверное, телепортация. Потому что на все время не хватает, а везде хочется побыть. Много разных хобби, на которые не успеваешь. Сейчас больше времени уделяю дартс, намного не хватает времени. Я бы хотел обладать телепортом, потому что я не хочу жить в отелях, ездить в электричках, в поездах. Я вот просто телепортироваться, сыграть турнир, телепортироваться домой, отдохнуть. Я очень гиперактивный, и мне вот не хватает скорости. 24 часа в сутки реально очень мало. Я сплю, я могу спать 2 часа, я могу не спать. Мне не хватает этого времени. Телепортация. Чтобы вот соревнования, я раз и со своего далекого севера
появился тут на соревнования. По всем фильмам, которые мы смотрим, люди, которые обладают суперспособностями, их либо убивают, либо их отправляют в цех, и там их исследуют. Так что способности, если они даже есть какие-то, не надо их показывать. Как и знания, если ты обладаешь какими-то знаниями, тебя сразу попытаются убрать с пути. Поэтому не показывайте свои способности по максимуму.